Сегодня у нас 10 октября 2024 год. Вот мы едем из Потеряевки. Утро. Слава Христу! Аллилуйя! Вот как мы выйдем туда-то, очень приятно будет это посмотреть. Все, мы дачники возвращаемся на зимовку в Барнаул. Потрудились, сколько могли, с Божьей помощью. Направо покажи, какой лес. Да, да. Потом мы едем по дороге тут, сейчас к трассе. Это в основном такие места непаханные. А раньше вообще эти места пахались или они такие всегда? Нет. Всегда были, да? А там солонцы что-то. Ага. Сырые очень. А, ну понял. Ты сейчас вот покажи, снимать будешь, сколько изоляторов у них. И скажи, что это самая могучая линия во всем мире. 1 200 000 там и домой. Но она работает за 750 тысяч. Это гонит день и ночь. Такие изоляторы. Здесь ни одна птица не садится на провода. Цветы не растут. Березняк, красота России. Говорят, что когда Мамай потерпел поражение, он знал, что национальное дерево березки, так он рубил березки, говорит, мечом своим. После того, как разгромлен был. Было или не было это, но здесь был такой главный футболист, кто знает, кто? Пеле. Пеле. Так, его спросили в России, что вам больше всего понравилось? Он говорит, березки. Вот как носятся. А я был в Сакраменто, это Калифорния должно быть. Ну и там лежу, около храма растут березки, как? А мы тайно, говорит, довезли из России. Тоска такая. Хорошие уже березки выросли. Немного там. Бывает там где-то у кого-то виноград, как в Грузии. А здесь березки. Вот они, красавицы. Как хоровод невест говорит. Я показал одному, говорю, ты смотришь на березки, какие мысли? Трава. А вот, не шучу. Нет. Я говорю, а вот у поэта одного он сравнивает с хороводом девиц. Что ж, зима спросит, кто прав. Он думал только, а я смелее. Сухая была. Рассказать ему, теперь у нас тепло. А у поэта этого квартира на 5-м этаже. Отключили, он говорит, температура самая большая поднимается, 3 градуса, все, больше нет. Закрыли. А как он при коммунизме будет? А вот так, говорит, ну это провода вот так вот одеяло до самого низу, стоит с другой стороны. Ну кто опоздал, щупать видно, говорит, щелках она, значит, старая, молодая, или там коммунизм. Вот здесь вот под одной высоковольтой все будут жить. Не знаю. Всегда будет просто, да как проехал. Снимать. Сколько? Чтобы посчитать можно было. Посчитаешь. Так, там комментарии давай. И как вы установили вы? Да, чудное дело, Господи.
сколько сосенок, сколько надо лет, чтобы они выросли, как лес стали. Потом, глядишь, тут сосновый бор будет. Посажен. Здесь был посажен. Был? А что, его срубили? Или да сожгли? Нет, не хотела влаги. Они растут. А, погибли? Это из-за того, что они редко растут. А, да, обычно в лесу им хватает влаги. А тут какие были деревья? Большие? Эти заметки, конечно, маленькие. Небольшие, да? А ты о чем говоришь, что для них почва не та? Ну, понятно. Они же на песку улицы. А здесь она нет. Снизу вода. Кто садил, кто занимался. Видите? Такие огромные дети. Ну, хотели как лучше. Как лучше. Ничего они не знают. Все сразу. Что сделать, чтобы солонец ушел? Что ей сделать? Если грунтовая вода, близко ничего не делает. Сейчас она несколько будет. Машин снимешь, которые идут на трассу уже. Видно будет, что они на трассе. Что, дверку будем смотреть за? Да. Сейчас ты можешь посмотреть? Да. Хорошо. Да. Сади будем не трогать. Подергай ее. Нормально? Да. Ну, что дергать? Ручки нет. Оторвать. Да, оторвал это я первый раз, когда ездили, дернул через щу. Замуровал. Это Женя на работе. Нормально? Да. Слава Христу. Впереди. Аллилуйя. Аллилуйя. Все, уезжаем. Аллилуйя. Никого справа, никого. Yeah.